Более 400 детей примут участие в конкурсе молодых исполнителей «Новые имена Якутии». Уже 17-й год между рождественскими праздниками и Старым Новым годом в Высшей школе музыки традиционно проходит открытый республиканский конкурс для юных музыкантов. Главной целью мероприятия является развитие музыкального образования в республике в целом, а также поддержка одаренных детей. В этом году принять участие в конкурсе юных музыкантов собрались учащиеся детских школ искусств и музыкальных школ из 18 районов республики. Лучших из лучших будут выбирать по 7 номинациям. Имена победителей объявят 13 января. Этот конкурс проходит очень активно, интересно. Школы проявляют интерес. И как раз в эти дни, во время конкурсных прослушиваний, мы выявляем наиболее талантливых, наиболее одаренных детей в сфере музыки. И можно привести даже примеры того, как лауреаты этого конкурса потом становились учащимися в нашей школе и дальше достигали очень высоких результатов.